Дональд Трамп призвал бойкотировать продукцию крупнейшей американской корпорации Apple. Кандидат в президенты США от республиканской партии считает неприемлемым нежелание компании сотрудничать с ФБР. Напомню, ранее Федеральное бюро расследованием обязало Apple разблокировать iPhone, принадлежащий террористу, устроившему стрельбу в Сан-Бернардино в декабре минувшего года. Однако корпорация отказывается выполнять предписание ФБР. Свой окончательный ответ Apple должна предоставить 26 февраля. В случае, если он будет отрицательным, вопрос о разблокировке телефона рассмотрит Конгресс США.